Полыхающую на пустыре легковушку заметили прохожие, но едва ли они могли предположить о том, что пожар — это не последствия ДТП или технической неисправности, а проделки двух друзей. С какой целью сжигали автомобиль? Фильмов, грубо говоря, насмотрели, чтобы рука, ну, отпечатков не осталось. А автомобиль с какой целью угоняли? Ну, планировали чуть-чуть покататься в дальнейшем, ну, продаже запчасти. Сломав навесные замки на двери гаража, друзья изначально планировали похитить различные детали и ценные вещи, но, заметив машину, решили воспользоваться случаем. Машина без проблем завелась? Ну, замок как сорвал, да, без проблем завелась. Воротину. Я открыл воротину, да, держал вторую. Ну, я выехал из гаража. Я закрыл, я прикрыл просто двери, сел в машину и уехал. Проехав всего каких-то 500 метров, злоумышленникам пришлось остановиться. У машины, и без того неисправной, вдруг еще и лопнуло колесо. Затолкав транспорт на обочину, расстроенные товарищи принялись заметать следы. Оставив в салоне похищенное имущество, они совершили поджог. Установлена причастность задержанных к совершению двух угонов, одной кражи и поджогу угнанного транспортного средства. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренных статьями 158, 166 и 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.